вот теперь самый сложный момент. Нужно будет дать легкий сигнал девушке от своего плеча, партнера, я про вас сейчас говорю, в ее бедро. От плеча в бедро. Представьте, что вы делаете движение «А, ладно». Вот вам нужно будет сейчас сделать «А, ладно». И повернуться вместе с девушкой. Вы налево, а девушка направо. Посмотрите, как это делает Денис, партнерши. Вот так вот. У них параллельное вращение получилось. Левой рукой он ее поймал, левой. Возвратный поворот обязательно. И все сначала. Поехали. Сначала самого. В центре собрались. И шаг налево. И шаг направо. И шаг налево. Сигнал. Легкий толчок и совместное вращение. Девочки направо, мальчики налево. Левой рукой поймали. Левой рукой поймали. Возвратное движение. Девочка идет налево. И в центре собрались. И все сначала. Шаг налево. И шаг направо. И налево сигнал. Совместное вращение. Левой ручкой поймали. Возвратный поворот. И сначала. Ну как, мои прекрасные, соберитесь с мыслями. Давайте попробуем с вами сделать. Движение называется American Spin с параллельным вращением. Итак, поехали. С самого начала. Вместе. С чувством, с толком, с расстановкой. И самое главное, с чем? С юмором. С улыбкой и с юмором. Все верно. Пляшем и смеемся. Поехали. И шаг налево. И шаг направо. И шаг налево. Сигнал. Поворот. Параллельный. Левой рукой поймали. Левой рукой поймали. Возвратное движение. И все сначала. Ну, руки в Юджин. We are ready to dance. Строу — это линейный танец. Его танцуют в линию, танцуют сольно по
потанцевать, ну и самое главное, себя показать со всех сторон. Вот девчонки с бокалами, они, видимо, уже в курсе, что строго можно танцевать с бокалами, это очень удобный танец. Он достаточно медленного среднего ритма, регулярно повторяющимися приставными шагами. Итак, девочки, я к вам повернусь спиной, лучше извините. Буду вместе с моими помощницами, замечательными, показывать вам шаги. Их будет 11, после чего мы разворачиваемся корпусом на 90 градусов против часовой стрелки. Повторяем комплекс шагов, снова разворачиваемся на 90 градусов, опять же повторяем комплекс шагов и еще раз разворачиваемся. Да, Денис, здравствуйте. Вы хотели что? Он хочет посмотреть. Вот видите, сразу мужчина привлекает этот танец. Ну как бы, я не так он посадил, посмотрите. Может быть, что-то? Нет, я вниз не пойду. Давай я останусь здесь, а потом как объясню, спущусь к ним. Хорошо? Денис хотел посмотреть. Молодец, молодец. Подготавливает. Подготавливается к моей возможной замене. Итак, поехали. Один шаг налево. Приставили. Один шаг направо. Приставили. Два раза налево. Два раза направо. Рукой можно не делать, как я. Это я показываю. Два шага назад. Один с левой ножки. Приставили. Второй с правой. Приставили. Возвращаемся в исходную позицию. Двумя шагами вперед. Но оба будут с левой ноги. Первый шаг с левой ноги. Второй шаг с левой ноги. Вот посмотрите, я правую не представляю, я сразу разворачиваюсь на 90 градусов. Отлично. И все сначала. Шаг налево. Приставили направо. Приставили. Два раза налево. Налево. Два раза направо. Направо. Шаг назад левой ногой. Шаг назад правой ногой. Два раза вперед левой ножкой. Два раза шагнули и развернулись на 90 градусов. На 90. Вижу, кто ЕГЭ сдала. Итак, еще разочек. С самого начала шаг налево и шаг направо. И два раза налево и налево и направо. И направо. Шаг назад левый, шаг назад правый. Два раза вперед левый. И разворот. Ну, закрепляем, девчонки. Поехали. Налево и направо. И налево. И налево. И направо. Направо. Шаг назад левый. Правый. Два раза вперед левый. И разворот. Собственно, это и есть классический, стандартный, самый простой строк, который только можно себе вообразить. Пробуем танцевать его под музыку. Вам огромная просьба. Под ноги не смотрим, иначе вы весь танец будете вот в этой позиции. Улыбаемся обязательно. Ну и, конечно, стараемся согласиться с будущего партнера для танца. А может, и не только для танца. Поехали! Давай! Движение. Жди. Thank you.
продолжить осуществлять на танцполе. Всем приятного вечера и на